У ефірі програма «Навін регіону» у студії Алєна Мільшанкова. Вітаю вас сьогодні у випуску. Символ братерства і содружності двох народів. Бюст генералу Михайлу Чорняєву відкрили у Круглянському районі. Сири славгородських господинь покарають заміжних покупників. Могильовщина приймає самий масовий юнацький спортивний форум у Білорусі. Бюст генералу Михайлу Чорняєву відкрили у Круглянському районі. Надзвичайний повномоцний посол Республіки Сербія у Білорусі полічив за гонор прийняти удзел у гэтай урачыстай церемонії. Ён адзначыў, што генерал Чорняєв стаў сімвалам братэрства і садружнасці двух народаў. Політичний і воєнний діяч, русский генерал Михаил Григорович Чорняєв з 1876-го був головнокомандуючим сербской армії. Ён удельничав у визволенні сербского народа от турецких захопников. У 1887-м вернувся на родзиму. Зараз гэта вёска Тубышки Круглянского района. Тут ён потым і був пахаваны. Магілу русско-сербского героя наведала делегація на чале з послом Сербії Велька Кавачевичем. Падчас сустрэчы з мясцовымі жыхарамі ў вёскі Тубышкі пасол Сербіі адзначыў беларусы і сербы брацкія народы. У вас такое лицо, как у моей матери. Ну, она слишком старее. Вам огромное спасибо. Бюст русско-сербскому генералу было вырашено установить у вёсцы Лыскаўшчына у экотуристичном комплексе. Его наведывают шмат гостей, а значит, многие доведуются про генерала Чорняєва. Мы много литературы изучили, посмотрели, определились, вот остановились на этом. Это данный момент памятник, тот, который именно сегодня утилизовали, тот время, он в натуре. Мы наняли, конечно, человека в Минске, который нам это все сделал, вылил из бронзы. И вот под него мы, конечно, нашли постамент и то же самое фундамент, и стелу саму. Генерал Чорняєв уже давно записывал себя в историю сербского народа. И в всех книгах изучают и его опыт, и одновременно и помощь. К примеру генерала Чорняєва в Сербии, значит, такой светлый пример нашего славянского братства и содружества. Гості з Сербії з цікавністю познайомилися з Круглянським історико-краєзнавчим музеєм. У ліку інших тут дійнічає експозиція, присвячена генералу Чорняєву. Катерина Балукова, Олександр Тарасов, новини регіона. Перспективи развития агропромыслового комплекса обмеркованы на базе легендарной господарки «Рассветами» Орловского. У Кировском районе отбылось выездное посяджение постоянной комиссии Совета Республики и Национального сходу по региональной политике и мясовому самокировании. Задача аграриев – научиться не только зарабатывать гроши, але и выйти на самоокупность, а потом самофинансование у всех накерунков. Парламентарии вывышали, что этому перешкажает и как это выправить. Парламентарии Беларуси, яны ж практики от сельской господарки, не здарма вырашили поглядеть организацию працы отпочинку працовников легендарного рассвета имя Орловского. Менавіта на прикладе гэтай господарки отшукали резервы развития агропромыслового комплекса республики. Главная задача – мониторинг существующей нормативной базы. И на основе этого мы должны, в общем-то, изучить и внести соответствующие коррективы в существующее законодательство. Это главная цель. Но, естественно, мы сегодня должны думать прежде всего, наверное, о эффективности нашего производства. На державном уровне поставлена задача на чверть зменшить выдатки на сельгасвытворчасть. Здесь и перешкаджая залежность от импорту, до прикладу, тепличная господарка мая рентабельность усяго 5%. Раз мы союзное государство с Россией, хотелось бы, чтобы были одинаковые цены на газ для тепличных комбинатов. Там она гораздо ниже, нам немножко труднее конкурировать с ними в этом плане и продавать на экспорт свою продукцию, в частности, в России. Ну и ряд вопросов, которые импортозамещение и по минеральным удобрениям для тепличных хозяйств, и по семенам мы пользуемся в основном импортными составляющими. У рассвете имя Орловского захованы кадры, есть отповедная материальная база. Тут имкнутся укоронять инновации. Сегодня мы не можем жить, сельхозники, только молоком и мясом. Мы должны смотреть далеко и в будущее, потому что предприятия наши должны жить, должны крепнуть и, конечно же, должны расширяться в производстве продукции. У нас теплицы нету, поэтому побыли мы в их тепличном хозяйстве. Конечно, это
суперсовременное, можно сказать, производство, к которому надо стремиться. И в плане в таком, что они около биогазовой установки построили, поэтому используют энергию тепла биогазовой установки для обогрева теплиц в зимнее время. Это очень хорошо, это экономически выгодно, и я думаю, что даже и политически верно. На выездное посяджение у Кировский район парламентарии запросили и навуковцу, каб разом знайсти перешкоды у перспективах развития агропромыслового комплексу. Татьяна Сергійчык, Александр Тарасов, новини региона. Чверть площу, отведенных под зеленый корм, скосили у господарках в области. Усе районы долучились до косовицы. Нарыхтовывают сила, сенаж, сена. Наибольшую урожайность дают бобовые и бобово-травовые. Конюшина и люцерна. За 1 гектара отрымливается больше за 200 центнеров зеленой массы. Праца на сенажных траншеях не спыняется ни на хвилину. Зеленый корм трамбует круглосуточно. З его вытесняют кислород, каб не почались процессы гниения. Кожные 3 годины специалисты сочат за вельготностью и температурой. Тем часом косовица протягивается. Сёлета особливая увага белковым кормам. Ну вот у нас на данный момент вот она, Тимофеевка. Полностью султан готовый, еще не грубая, мягкая еще стебель. И наша люцерна. В стране стоит вопрос по белку, и мы как-то больше занимаемся вот бобово-злаковыми, бобовыми травами. Большинство стало. На следующий год у нас даже больше запланировано посева люцерны. За надворье у некоторых районах рослины еще не подошли до фазы уборки. Часом працу стрымливали дожди. Доводится подстроиться под метые умовы, кажут аграрии, и працовать далей. Сыровары Слаугородского района упершиню презентовали свою продукцию замежным покупникам. У поселку Шумячи Смоленской области прошел штогодовый фестиваль мастацкой творчести «Помежи 2017. Уделу им примали и слаугородские сыровары. По словам организаторов, фестиваль «Помежа 2017» призваны содействовать захованию единой культурной просторы и развитию добрососедских отношений помежных районов Смоленской и Могилевской областей. На свято у Шумячи приехали самодейные артисты и майстры декоративно-прикладного мастерства из Мстиславского, Черековского, Крычевского и Климовицкого районов. У першиню на фестиваль запрошены слаугородские сыровары. Нагадаем, товариство хатнего сыроварения створено 7 годов тому и стало соправдным брендом паугнево-усходнего региона Могилевшины. Мы попадаем на ярмарки, которые происходят не только у нас в Беларуси. В этом году у нас осуществляется проект «Поддержка домашнего сыроварения как альтернативного вида занятости для населения в Славгородском районе». В рамках этого проекта будет организована школа сыроваров для всех сыроваров, которая будет обязательно. И мы хотим уже сделать, чтобы наша продукция была сертифицирована. Размовлять руками и чуть вачима. Могилевские соцработники пошли выучать мову жестов. После курса заятков яны смогут лепше разуметь тех, кто мае порушение слыху. Курсы по выучению мовы глухих организовали у Центра социального обслуговывания насельництва Ленинского района Могилева. Спасибо. Кулак. Вот. Спасибо. У Центры соцобслуговывания Ленинского района отрымливать допомогу больше за полсотни людей с порушениями слыху. Его работники вырашили стать ближе до своих подопечных и почали выучать жестовую мову. У первой группе 12 человек. Курс различен на 20 годин. Сурдоперекладчик Центра выкладая, соцработники учатся. Спочатку дактиль, азбуку глухих, потом словы и сказы, каб на ровных быть с теми, кому может потребиться их допомога. Вот так, 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 да? Как дела? Дела. Спасибо. Спасибо. Это первый подобный опыт у Могилеве. Курсы бесплатные. Причем жестовую мову выучить могут не только соцработники. У всех, кто желает. Допустим, вот у нас спецшкола Бобруйске, где обучают, да? Они же там, детки, учатся, а бабушка и мама здесь. А им же нужно общаться. Вот, пожалуйста. Могут приходить, я могу им показывать, чтобы было понятно. Для себя интересно, ну и сталкиваешься на улице, тоже в транспорте, в поликлиниках бывают такие люди. Поэтому очень интересно для самой себя это научиться и понимать таких людей. Чтобы потом, если что, помочь? Да, чтобы помочь, да. Чтобы помочь, знать, что они хотят, что им нужно. Олеся Рыбалка, Александр Тарасов, новини региона. Проект глобального экологичного фонда «Зеленая экономика», який ажыццяўляецца на Краснопольщине, атрымаў працяг. Питомник плодово-ягодных культур на территории Почаповского учебно-педагогичного комплексу хутка станет больше унушальным. И он станет учебным центром для усяго полночно-усходнего региона Могилевщины. Груша, да. Дикая. Так. Потом дальше идут сорта смороды.
Тетяна Лисичкіна добре відає, де яка культура разом з однокласниками часто допомагає на питомнику. Зараз тут 3000 саджанців. Школьники їх поливають, навіть чаранкувати навчилися. Садовини і ягод літошньої осінню було стільки, що хапіло на усіх. Урожай ми збираємо, літом приходимо сюди з батьками. Тобто, збирали в минулому році смороду. Збирали багато, була доволі крупна і сильна. А що ви з нею робили потім? Варили варенье или замораживали. Сьогодні весною вийшли і на Краснопольський ринок. Заробили 700 рублів для школи, за гэты гроші закупили фарбу і необхідні стенди. Однак проєкт, який ажиттявляють пачаповські педагоги і вучні, не тільки для прибитку. 40 малозабезпечених сім'ї району отримали без виплатна з питомника по 20-30 саджанців. Неколі забытое садоводство починає одраджатися. Те, які черенки вже були нам как бы ненужное, мы предложили взять детям. Многие дети уже дома начали развивать данную зеленую экономику. И как для семей социальных и малообеспеченных это доход дополнительный. Питомник закладывали в 2015 году. Зараз мясцовый фонд развития «Старт-Усход» отримал подтримку на дальнейшие проекты. Сейчас в рамках этого проекта мы усиливаем питомник существующий, мы добавляем сюда саженцы, добавляем сюда два новых направления. Мы добавим сюда цветоводство, это будет теплица с цветами разведения, и добавим сюда выращивание декоративных кустарников. Гэты питомник павінен стаць вучэбным цэнтрам для ўсяго паўночна-ўсходняга рэгіёна вобласці. Па праекце такія ж аб'екты хутка плануецца стварыць яшчэ ў дзвюх школах Краснапольшчыны, у будучым і ў іншых раёнах. А ў суседнім Казіллі з'явіцца фруктовы сад. Вось з гэтых яблынь, груш і вішняў, якія вырастілі пачапоўскія вучні. Снежана Крыжэвіч, Алеся Рыбалка, Александр Тарасаў, навіны рэгіёна. Могилевская область принимает республиканскую спартакиаду школьников. Это самый массовый юнацкий спортивный форум у Беларуси. У программу спаборництва включено 24 вида спорта. Спартакиада, на которую съехались больше за 2500 удельников из всей республики, проходит на пляцовках Могилева, Бобруйска, Горок и Белынич. Спаборництва по мастацкой гимнастике редко проходит у Могилеве. Большасть турниров этого самого пригожего виду спорта проводят звычайно у столицы. Тому подчас республиканской спартакиады школьников Могилеву пошанцевало. Перед выходом я сильно волновалась, но потом собралась и все сделала. Довольна своим выступлением? Да. Еще я очень благодарна своему тренеру за ее поддержку и за то, что она меня с детства воспитывала. Республиканская спартакиада – это своеобразный огляд лепшей спортивной молоди. За час існавання, а гэты республиканский финал уже 12-й, удельниками спортивного форума стало несколько десятков тысяч навученцев. И приятно, что команда Могилевской области у агульным залику заусёды сярод лидеров. Хотя, конечно, у нас есть и слабые виды, такие как полевая стрельба, как плавание. Не удалось нам еще усилить игровые виды спорта. Но в общей сложности, в любом случае, все равно мы ставим задачу, ну, если не быть победителем, так и в тройке быть. Официальное открытие спартакиады запланировано у Чацвер. Яно пройдет у легкоатлетичном манеже спортивного комплекса «Олимпиец». А имена команды переможца и призеров мы доведаемся 23 червня. Андрей Шуляк, Денис Бутылин, новин региона. Ветреные дожди с навальницами. Такой прогноз дают синоптики на ближайшие дни. На территорию Могилевщины будут поступать вельготные, неустойливые поветренные массы из Балтийского моря. Так, у середу на Могилевщине чекается облачное с прояснениями надворья. На большей части территории пройдут короткочасовые дожди, местами навальницы. Прогнозуют мощный полночно-заходний ветер, порывы до 14 метров за секунду. Так что про летнее одение покуль придется забыть. У ночи температурный слупок будет вагаться в межах 8-13 со знаком плюс. У день максимум плюс 15, плюс 20 градусов. И только у пятницу чекается первоважно без опадков. Ветер почне слабеть, а температура поползет вверх. У день чекается до плюс 20. Незалежно от надворья, я ожидаю вам доброго настроя. До встречи в эфире.